Одна секунда может изменить все. Только представь, 7 миллиардов человек. Кто-то сейчас просыпается, кто-то только ложится спать. Кто-то только что поцеловал свою любовь впервые. Кто-то сделал это в последний раз. Кто-то сейчас стоит на коленях в слезах перед больничной койкой, а кто-то плачет от счастья. Возможно, сейчас умер тот, о ком даже не вспомнит. Возможно, сейчас родился мальчик, который заставит огромные стадионы петь вместе с ним. Кого-то сейчас бросили. Кто-то стоит на краю дома. Кто-то сейчас врет, что больше не любит. А кто-то прямо сейчас врет в глаза человеку, который готов отдать жизнь за него, что любит его. Сейчас где-то парень пишет песню, которую будут напевать подростки спустя сотни лет. Сейчас девочка допишет стих, в строках которого каждый найдет себя. Кто-то встречает рассвет со своей будущей женой. Кто-то уходит от парня, которого будет любить всю жизнь. Кто-то уезжает далеко, оставив свою любовь дома. А кто-то, наконец, вернулся домой, но еще не знает, что его предали. Кто-то сейчас пьет за любовь, а кто-то из-за любви. Кто-то сейчас мечтает под ноты пост-рока. А кто-то может мечтать, только держа руку любимого человека. Ты сейчас слушаешь это. Если ты все еще не понял, то давай помогу. Наша жизнь состоит из моментов. Каждый момент важен по-своему. Поэтому цени каждый из них.